Уйти в декрет и открыть свое дело. В Ярославле состоялся финал конкурса «Мама-предприниматель», который прошел в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Образовательная программа в этом году проводилась в пятый раз. Участие приняли десятки молодых мам, которые решили совместить заботу о семье и бизнес. В течение недели они посещали лекции и корректировали свои идеи. К слову, многие из представленных бизнес-проектов связаны с продуктами питания, в том числе и лучший. Его автор получит грант 100 тысяч рублей на развитие производства мясных чипсов. У меня была очень тяжелая спортивная травма. У меня была необходимость расчета белков, жиров и углеводов на ежедневной основе, чтобы поддерживать себя в форме. И после этого появились мои мясные чипсы, которыми, собственно говоря, я питалась и насыщала свой организм белком. За последние 3 недели я провела огромный анализ и приняла решение, что я буду развивать этот бизнес, потому что на сегодняшний день у меня товар пользуется спросом.